Спросите имама. Онлайн-академия Медина – классическое исламское образование с нуля. Сделаем первый шаг вместе. Ссылка на регистрацию в описании. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллях. Вассаляту вассаляму аля сайди Мухаммад. Ва аля алихи ва асхаби хачмаин. Амма ба'ад. Наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, приказал нас приучать детей к молитве. Если мы начнем приучать людей взрослых уже к молитве, то часто мы будем сталкиваться с трудностями, ибо человек разумный, уже половозрелый, совершеннолетний, имеющий определенные практики, свои привычки, тяжело входит в молитву. Надо, чтобы произошел какой-то надлом у него, изменение в жизни. А детей же легче приобщить к молитве. Если мусульманин верующий приобщит своих детей с измальства к молитве, уже с 7 лет можно мальчиков воспитывать и девочек в этом направлении, то, иншаллах, он вас воспитает набожное, читающее с детства намаз поколение. И у него будет баракат, благодать от Всевышнего Аллаха. Детей надо воспитывать, наущать, говорить им, что это нужно, что это их обязанность, объяснять. Дети очень искренне восприимчивы. Они не знают еще зла этого мира, не знают каких-то других воззрений. Поэтому все, что вы им будете говорить, они будут воспринимать искренне. И, иншаллах, будут вас слушаться. И в этом есть завет пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Иногда люди, особенно в смешанных браках, считают, что не надо воспитывать в религии вообще. И воспитывают потом людей, которые не только с точки зрения христианства или ислама ведут себя неправильно, но и в общечеловеческом плане ведут себя неправильно. Люди нанимают репетиторов, значит, все лучше отдают детям, все лучше свои годы, имущество. В итоге получают иждивенцев или же, наоборот, людей, которые их даже не воспринимают. Поэтому в этом плане надо воспитывать детей в молитве, в сунне. И, как сказал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, лучшее из того, что вы можете дать своим детям, это хорошее мусульманское воспитание. Вы воспитаете человека, который живет по понятиям морали, Корана и Сунны. Если вы на это вы не будете обращать внимания, то вы можете воспитать людей, которые вас потом разочаруют. И об этом сказано и в Коране, что иногда наши жены, наши дети – это фитна может быть. Вот именно об этом говорит, что мы можем разочароваться. Чтобы такого не было, надо сделать все, что возможно от себя. Воспитывать, научать на примерах, на писании, любыми дозволенными способами.